Сегодня Нубас сделает супер троллинг ловушку в виде спиннера. Всем привет, с вами Нубас и... И Владус, и сегодня Нубас продолжает играть в Майнкрафт, а я продолжаю его учить. И в спиннер еще играть не буду. Дай мне, я сегодня буду крутить, вертеть. Сегодня... Главное, в стекло не попади. Что мы должны сделать с вами? Поставить лайк. Блин, вот, я не успел. Три лайка у нас стоит. Я поставил, Нубас поставил, там стоит лайк. А и четвертый лайк остался он с тебя. Он кушает. Он подкрепляется. А, и вот, короче, четвертый все равно поставьте. Оформляем подписочку на мой канал, на канал Купидона, ставим колокольчик и оставляем какой-нибудь комментарий. Короче, сегодня мы действительно будем делать троллинг-ловушку в виде спиннера. А что ты пальцы-то показал? Вот. Ну там говорили, типа, игрушка для дурачков. Все дела. Все дела. Короче, это тоже будет троллинг-ловушка для Харди. Не для мобов каких-нибудь. Мобы спиннер не умеют крутить. У нас поршень обычно только есть. И что, мы сейчас возьмем другие поршни? Давай! Я думал, ты с этим что-нибудь просто придумаешь, чтобы не бежать. Давай, Нубас, и в кровать. Давай, давай. Оп! Спят усталые. Отсталые точнее. Отсталые игрушки. Все, давай бери поршни. Тебе нужно всего лишь один поршень. О, он у тебя как раз тут. Давай выкинь хлам! Какой-нибудь. Нам еще нужны таблички, мы смотрите, как сделаем. Так, стоп. Харди подойдет к спиннеру, мы ему скажем, нажми на кнопочку, которая там будет вверху, чтобы он закрутился. Харди такой, нифига себе, это типа спиннер будет в Майнкрафте крутиться. А он такой захочет на него нажать, и все, и он пропадет. Навеки. Мы говорили, у нас война, между прочим. Харди, ты теперь враг. Враг Нубаса. Ой, готовь свою задницу, скоро будет для ловушек. Хорошо звучало. Все взял, Нубас? А, таблички-то возьми. Я взял, что, мало что ли? Ну, возьми на всякий случай все. Так, давай. Ну ладно, лаву потом заправим. Давай, уходи. А, гравий еще, гравий. Зачем? Нужно. Как зачем? Так мы не можем ковром сделать. А вы как не ловушку делали? Чисто ковром? Мы с гравием делали. Так ты же вроде говорил, что ковер тоже падает. А вдруг не упадет? Давай проверим. Попробуем сначала без гравия, если что, потом запилим. Ну все, слушай, а давай сначала сделаем. А у тебя редстон есть? Все, есть редстон. А кнопка? Кнопка есть у тебя? Кнопка кнопки у тебя нет, есть? Еды у меня еще нет. Побежали за кнопкой едой. Кстати, ребят, в конце видео снова будет конкурс. И, конечно же, мы подведем итоги прошлого конкурса. Кто участвовал, поставьте лайк, напишите коммент. Да, там, вот. Там такие веселые получились. Вообще, там нам такие прикольные ники попались. Вот, вы смотрите до конца, как обычно. То есть, главное условие — досмотреть видео до конца. Кто не досматривает, тот в конкурсе уже участвовать не может. Кнопка чего делается, я забыл. Из булыжника? Из камня. Не очень. Вот, здесь камень был. А где он? Вот здесь. Вот. Во, как раз. А она, по-моему, из одного камня делается. Из одного, так у нас два. Две кнопки, значит. Давай две. Сегодня шикуем. Сегодня шикуем, нормально. Куда ты пошел? За едой, я же сказал. Я хочу печенек. Ну и будешь ты их есть три года. Один, одну. Зато наслаждаться. Не думаю. Ну ладно, смотри, он так... Вот так виднеется из-за скалы. Красота. Даже не знаю, какой лучше, там или вот это. Надо сделать табличку потом, покрути меня. Он так и ждет. А подожди, а что, табличку-то будем в центре там делать? Нет, табличку перед ним поставить. Не, давай, не табличку, а кнопку. Кнопку прямо в центре. И сейчас от нее поведем схему. А он до нее будет доставать? Да, конечно, будет. Все, хорошо. Нубас, че ты вообще? Ты как будто из падика выжил. А, да, и мы поршень еще ковром закроем. Вообще все нормально будет. Ты кнопку сначала бы поставил. Ой, тут наше это. Так, ты давай сюда не подходи. Лучше вообще иди. Да стой, давай сначала проведем схему красного камня. Так а что ее там проводить-то? Ну просто проверим, чтобы замаскировано было. Она у нас будет прям за спиннером. И вообще это будет очень незаметно. То есть как бы... Если он захочет посмотреть, ну, он как бы бежит, он сразу же побежит крутить его. Да. Ему будет не до этого, чтобы сюда бежать. Да, чтобы сзади него подходить. Вот это только я бы пришел, начал рассматривать. Хотя нет, не начал бы, ладно. Ты бы пришел и скажет, что это такое? Что ты делаешь? На стену редстоун, Нубас. Ой. Ты серьезно? Тогда придется немножко подумать. Че тут думать? Ну. Вот и все, Нубас. Все, ребят, смотрите, что пока что получается. Смотрите. Как говорится, спиннер крутится, спиннер мутится. Все как надо, смотрите, ребята. Так, да. Смотрите, мы вырыли яму. Это Харди. Ты уже на месте. А это мы ему оставим. Вот, смотрите, как у нас получилось. И поршень мы сделали прямо здесь. Кто не понимает, как это будет работать, смотрите, мы там поставим таблички. А сверху них коврик.
Как мы делали вот ему ловушечку один раз. Да, ну, может, кто-то не видел, вот я вам объясняю. Короче, ну, Бас, нажми на кнопку сейчас, чтобы показать, как оно. Давай, давай, ну давай. Ой. Оп. И видели, поршень сработал. И когда он сработает, уже когда ловушка будет готова, он сломает все эти таблички, короче, и коврик, и Харди упадет в лаву. И все сгорит. К чертям. Короче, давай сейчас сделаем таблички и покажем, что да как получится. И перезвоним? Ну да. Да. Алло, алло. Ты что, забыл, что мы еще разговариваем, как бы? У нас тут связь-то висит. Ну, я теперь-то тоже взял трубку, я вторая линия. Смотрите, ребят, что получается. Стой, 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 не делай ковер. Как? Ну-ка, подожди, давай проверим. Нет, он вообще остается, давай проверим. На shift встань, на shift, на shift, на shift, на shift. А! Во, все, остается, нормально. Все, давай, заливай лаву. Так, ну, по сути, два ведра тебе хватит, чтобы ее просто пролить, понял? Куда? Ну, на самый нижний блок. На самый? Ну, конечно. Она же не прольется. Прольется, как? Вот там трава... Давай, поставь! Да зачем на самый нижний? Да как? Как? Ты думаешь, на самом нижнем она будет... Чё ты сделал? Так. Вот сейчас не вздумай наливать лаву, давай уходи сюда потихоньку. А то я тебя знаю, давай. Все. Как говорится, не первую серию снимаем. Ставь. Сейчас, смотри, да куда она прольется, и потом ставь вторую, понял? А, ты чего, типа умный, что ли, самый? А чё, она не проливается, что ли? Так я думал, она только на... И там будет, короче, в углу островок, на котором он сможет выжить. Ну, ему придется залезть вот сюда, ты понимаешь? Ну да. Один на один, ему придется в позу эмбриона свернуться. Ну да ладно, поставь в угол туда, в самый угол. Я понимаю, я сейчас просто не знаю, как это лучше сделать. Ну, присядь на шифтик. А что изменится так? Давай, о, на табличку. Ну смотри, ну ты достанешь. Я не упаду? Блин. Не, не на, не на. О, а, так. Ну ладно, пускай так. Все, готово. Давай теперь красную дорожку. Смотрите, мы замаскируем это ковром. А, еще сделаем красную дорожку. Но да. Здесь ее будет побольше. Типа, ну к спиннеру же подходишь. Это типа подходишь. Священное место такое. Конечно. Подожди, я что-то поставить. Не крутанулся. Красный спиннер, а тут красная дорожка у нас, смотри. Ты только сам не упади, ладно? Постараюсь. Спасибо. Так, сегодня, вот сейчас... Сейчас надо точно в голове держать, что я лаву уже налил. Кстати, да. Да ладно, это все равно ты у тебя вылетит из головы. Давай, вот теперь сюда дорожку продли. И еще на один блок. Вот. И сейчас сделай такой плавненький переход в тоненькую дорожку, понял? А, я думал сразу тоненькую сделать. Зачем? Ну ладно, так даже красиво. Все, и вот одинарно. Вот, смотрите, ребят, просто цяцки. Куда она уперлась? Правильно, сюда. Лайки и подписки. Я поставил все твои видосы в моей зоне риска. Да. Все твои видосы в моей зоне риска. Сколько они стоят? Лайки и подписки. Сколько они стоят? Лайки и подписки. Так, ну все, да? Ну, по сути, да, вещь потом сдвинем. Так, а что там за табличка? Ну, давай ее убери. Ну ладно, потом уберем. Давай проверим. Ну, Бас, давай проверим, да работает не, ли. Да, не. Да давай проверим. Ну, надо же убедиться, что ловушка потом рабочая. Потом заново все строить придется. Да, построим, ничего страшного. Так, у нас есть таблички. Подожди. И здесь, коврик. Здесь же мы ставили, да? Да давай проверим. Упади, ничего страшного, не будет. Давай, нажми. Поближе подойди. Ну что, ребят, момент истины. О. Готово! Да! Островок! Островок! Я забыл, надо же было в позу эмбриона. Что, все заново строить теперь? Да ладно, что, построим, ничего страшного. Ребят, вы досмотрели до конца. Спиннер, ловушка, готова. Это, я думаю, прям вообще получилось супер троллинг. Ну-ка покажи, как там, что там за дырка сейчас. Так, она немножко криво так стоит. Да ладно. Не, прикольно, прикольно, мне понравилась ловушка. Это вот вообще самая красивая ловушка. Конечно, вот, ее прям видно, я думаю, из космоса. Базаришь? Конечно. Из космоса. И там табличка такая... Ладно. А погоди, можно как-нибудь подшипник туда вставить, чтобы она реально крутилась? А давай это, напишем на ней «не крутить». Да нет, это надо написать «крутить». Давай, конкурс. Итоги конкурса, давайте посмотрим, заходи, показывай свинок. Давай, стой! Вот, напомним, на что был конкурс. Вам нужно было выполнить все условия, которые мы скажем чуть позже, для нового конкурса, вот. И написать свои ники, которые вы хотите видеть на свинках, вот. И мы сейчас покажем, какие ники у нас образовались в этой серии. Организовались, так скажем. Мы выбирали по 10 ников. Да. Значит, первый. Перемотчик 5000.
Дальше. Алёша, Алёша солдат. Солдат. Так, Джордж был, Пеппа был. Мамус. Он нифига. Это уголок прям, смотри. У них, видишь, это у них комната, видимо, своя. Батя с Windows, не знаю, где-то. Так, вот он стоит. Землекоп. Землекоп, так, это третий, да? Да-да-да, дальше. Олег. Олег. Титан 228. Так. Препарат от Нубини. Это мне посоветовали, видимо, принимать таблеточки такие. Но ему нифига не помогает. Да. Он уже где-то 3 часа их пьет безостановочно. Тот, чье имя нельзя называть. Так что тихо. Носок смерти. Носок смерти. Это, как звезда смерти в Звездных войнах. Это, наверное, тот, чье имя нельзя называть. Но мы его назвали. Ну да. Не состыковочка. Дальше. Вася Невский. Кто еще? Земляков был? Ты кто? Батя Богдана. Батя Богдана. Да, просто вот. Ну нам такие попали, что мы сделаем? Это рандом. Так, и все, это вроде все. Да, все. Свинки, значит, названы. Короче, ребят, новый конкурс точно такой же, только на кого? Вот они, подожди, у них. На Леху Бульдозера, на чего? Что за рамсы у них, я не понял. Они, походу, решили побуяниться. Короче, ребят, так, где условия те же самые. Первое, досмотреть видео полностью до конца. Кто перемотал хотя бы на секундочку, хотя бы на миллисекундочку, тот уже не участвует в конкурсе. Это все проверяется. Второе, поставить лайк на это видео. Третье, подписаться на мой канал, на канал Купидона. Купи-купи. Купидона не булыжника. Дел, подожди, где он? Нубас не булыжник. И четвертое, это написать ник, который вы хотите видеть на овечке в следующей серии. А следующая серия будет прям совсем скоро, так что подписаться надо обязательно. Ну, можно еще поставить колокольчик, чтобы первым коммент оставить, и было больше шансов. Больше шансов. А, еще, если вы, ну, как бы, комментов-то больше оставляете, шансов-то тоже больше становится. Да, кстати, можно и несколько комментов, это не запрещено. Можно и одинаковые, а можно и разные, чтобы, как бы... Интересно было. Может, даже два ника попадется. А с вами был Владус и Нубасина. Увидимся в следующей серии. Всем, спиннер, всем пока. Я поехал.